Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня, ранний доступ. Тыквенный король невероятно быстро атакует. Если вы хотите его разыграть, то заморозку предстоит встретиться с монстром. Стратегическая колода зубостизилу, победа за победой, здесь не помешает. Такс, давай посмотрим. Мы играем за зубостизилу. Опа. Так, слушай, ну, блин, есть, конечно, вариантик. Блин, этого гаденыша я не знаю. Ну что, если я сделаю вот так? А, блин, я же ему еще и карту подгоняю, да, получается? Ладно, мне два в лицо, ему четыре. Ага. Сделаем так. Погнали. Пом-парум-пом-пом. Что дальше он сделает? Серьезно? Так, допустим. Блин, у него защита сейчас, ребят, сработает. Как-то не очень хорошо, да, получается у меня здесь. Давай попробуем, фиг ли делать-то. Что у заморозка может быть? Заморозка у него может быть. Так, я только две карты могу здесь вытянуть себе. Так, сосисочник. А если я, например, сделаю ландшафт? Ты серьезно, блин? Ну, ребята, рикошет, ё-моё. Ну что, поехали? Блин, 14 в лицо ему как-то надо. Как сделать это? Попробуем так сделать. Съесть. Ну, предположим. Так, мне нужно всего лишь нанести... Ну, можно, в принципе, ребят, победить сейчас. Поехали. До свидания. Гаденыш, а? Своим ураганчиком взял, сдул все карты, мне все планы мне испортил. Ладно, ребят, победа. Разыграйте три цветка. Разыграйте три зомби, которые стоят не меньше 4 мозгов. Разместите 5 растений на линиях. О, сложно будет разместить 5 растений на линиях. Так, ну что, задание первое. Разыграйте три цветка. То есть нам надо будет сыграть за растений. Три цветка на линиях разыграть. Для этого больше всего кто подойдет у нас? Даже не знаю, зубостизила, что ли, подойдет для этого? Лучше всего. Или орех в доспехах. Вот в чем вопрос. Или вообще бабах.
Но бабах больше, конечно, не на цветах у нас. Нет, но если мы, например, возьмем этого, он у него вообще есть? Нету. Ладно, давай попробуем за бабаха сыграть. Выбрал тоже, да? Разыграйте три цветка. У бабаха ни одного цветка. Нет, один есть, который хилит. И все. Ладно, сыграем. Через 5 дней, 4 часа, ребята, закончится сезон. Начнется новый. Это, получается, будет уже... Ну да, это ближе к концу месяца. Так вот, это пока, наверное, лишнее. Тю-тю-тю-тю. Чё-то как-то не айс. Угу. Угу. Что же, блин, обмен, что ли, делать? Ну, давай обменяемся. Не хочу, ребят, чтобы он тут... разрастался, как гриб. Можно было бы, конечно, немножко по-другому сделать, но фиг с ним. Так. Что же ты будешь делать, гаденыш? О! Угу. Вот что он делает. Так, он хочет вирус забабахать, да? Правильно я понимаю? Он хочет, наверное, забабахать вирус. Интересно, у него ландшафт есть? Еще вытворяет. Ага. Ботанка вылезла. Но ботанку, ладно, мы подобьем. Давай посмотрим, есть у него. Сейчас пшикалку, наверное, свою достанет, да? Ага, вот так вот. Блин, надо вот с этим разбираться. Надо вот с этим разбираться. Так, подожди, как мы сделаем, наверное. Вот так. И вот так. Ну, конечно, заклинашки, ребята. Конечно же, сейчас будет заклинашки. Что он тут? Шаман свой делает, прокачивает его до 7,8, да? Уничтожает. 8,8, блин. Ладно, тут срабатывает защита. Мина? Нет, не мина, блин. Ну что, поехали. Ставим заплатку. О, понятно, понятно. Сейчас будет доборы делать, это все ясно. Так, у нас еще есть, ребята, если что. Заплатка. Так, этого убрали, хмареныши, да? Эту гадость убери отсюда. Так,
Что же нам сделать? Ну, 10 в лицо, это понятно, ладно. Другого варианта все равно здесь нет. Так, делает шаманство. Блин, ни, где у меня ни мины, ничего нету. Я не понимаю, ребят. Ну, сейчас западку уничтожит, конечно же. Так. Ага. Чу-чу-чу-чу. Что же сделать-то там? Давай так, наверное. Достанет, а, со своими заклинаниями. Вирус. Ну давай, допустим, вирус. Ты серьезно, блин? У него еще и заморозка выпала. Ё-моё. Мне некого поставить здесь. Я немножко удивлен, что у меня вообще ничего не упадает. Где мои все... Груша выпала. Хорошо. Так. Окей. Блин, вот надо было, а, ребят, вот не уничтожил в свое время этого ублюдка. И вот теперь начинается. Да. Ну понятно, что заплатки кранты. Заплатку уничтожат. Тут уже не знаю, что сделать. Да. Ну, сработает защита. Там посмотрим, что нам выпадет. А, еще заплатку уже... Понятно. Так, что нам тут достается? Горячка. Сюда поставим ее. Ну, глупо сюда, ребят. Здесь все равно у него этот, поэтому как бы... Ну, кактус, ну нафиг. Кактус, блин, ну... Ну, все тут, все, ребят, бесполезно дальше драться. Тут бесполезняк. Просто бесполезняк. Я посмотрю сейчас, ребята, что у меня лежит вообще. Лежит ли что-нибудь. Короче, тут сдаваться я даже не хочу смотреть. Потому что сейчас будет тут рассусоливать 3 часа бомбить. Так, я хочу глянуть. Мы сделали целых 2 задания. Так, посмотрим. Бабах. Вот что у него есть. Ребят, смотрите. 2 ананасовые бомбы. Этот. И не выпало ничегошеньки. Вот ты представляешь, вот сколько... Вот не выпало. Просто. Нормально, да? 2 ананасовые бомбы. Этот у нас один, и то выпал. А 2 ананасовые бомбы нет. Вот я тебе о чем говорю. Этот вот жесткий, дебильный рандом меня просто убивает. Так, что у нас там дальше? Разыграйте 3 зомби, которые стоят не меньше. Понял.
который стоит не меньше 4 этих, да? Поехали. Будем отыгрываться, пытаться, по крайней мере. О, подожди, подожди, подожди. Пытаться. Какая тут колода-то у него? Ага. Ладно. Эта колода у нас на Гаргантюа. Ну, обычно, ребят, я вот на планшете у себя играю, на айпаде. У меня все четненько за него выходит. Правда, разогревается он, конечно, очень долго. Но если он разогреется, то все, ребят, там крах будет любому. И второй, наверное, минус я бы отметил, это то, что здесь практически нет ландшафтов у него в колоде. Да не практически, их нет. Ну что, все уснули, что ли, там у нас? Во! Цитрон. Ну, цитрон так цитрон. Давай вот это, наверное, уберем. Ё-просто, ну... Зачем так? Угу. Должно уже сразу насторожить, ребята. Если он вызвал чеснока. То значит что-то будет. Вот только что будет. Превратит его, наверное, в кого-нибудь, да? Угу. Почему ты не сюда-то встал? Поехали. Ну, давай, наверное, сделаем следующим образом. Сейчас будет выставлять. У него чеснок должен быть. Ну, тут дофига-то у него будет, который будет получить по 3. Ага. Я не удивляюсь ничему. Все? Кончилось у тебя? Куда ты переместишься? Эх, чутка, конечно, не туда, куда я хотел. Блин, у него сейчас, ребята, сработает защита, а там превращение, да? Или защита, или защита, или превращение, ребят, тут одно из двух. Что же, что же, что же сделать? А я, наверное, знаю, что я пока ничего не буду делать. Так, он сюда еще может... А, не он, как он делает. Придется этого тогда уничтожать, а что сделать? Угу. Так, 6 здоровья у тебя осталось, да, парень? 6 здоровья. У него, возможно, ребята, есть еще защита. Возможно. Посмотрим. Угу. Ты понял, да?
Хмырь основательно подготовился. Поехали. Хмырь основательно подготовился. Так, если у него опять бомба будет, это будет жесть. Кокосовый упырь, да? А это, кстати, хорошо, ребят. Смотри, почему. Сейчас он двух гагантешек. Только давай вот в эту сторону, пожалуйста, выкидывай. Пипец. Выкинул. Да куда ты выкинул-то? 3, 6, 9. Ну вот мы и выиграли, ребята. Чудом, блин, каким-то. Фу. Ореховый дурик. Да-да, вот так всегда, ребят. Но я тебе говорю, что гаргантюа очень долго раскочегариваются. Но если раскочегариваются, то мама не горюй. Так, у нас нет с тобой дубликатов никаких? По-моему, нету. То есть убирать нам абсолютно некого, получается. 5 дней, 4 часа. И сезон закончится. Ну что, давай партийку, наверное, сыграю за бесенка. За бесенка. Причем, я тебе, знаешь, что скажу? Вот у меня вроде одна игра, да, что вот я на планшете играю у себя, что здесь. Здесь только у нас кристаллы одинаковые, ну это. А вот, например, если я создаю колоду на планшете, то на эмуляторе она уже не канает. То есть ее нужно обязательно самому переставлять. Блин, что такое? Почему одни цитроны-то сегодня, а? Прут. Ну-ка, давай сделаем затравочку, посмотрим. Клюнет, нет? Клюнул. Так, значит, у него... Блин. Не помню, ребят, колоды на этих... Так, пропустим. Стен орех. А, это опять что ли на этих? Ну, это опять, по-моему, ребят, если не ошибаюсь, конечно. Ну-ка, давай проверим. Ха, вот тут ты не попал, парень. Мы выживем. Мы выживем, друзья мои. Так-с. Так, я не удивлюсь, если я опять поставлю сейчас кактус. Или защиту. Кактус или защиту, тут одно из двух. Даже так. Пипец. А кто удивлен? Я не удивлен, ребята. Ну хорошо, хоть потратил. Так, ну что, эта мразенушка будет у нас здесь выпедриваться. Я не знаю, ребята, есть ли смысл. Наверное, есть. Давай сделаем вот так вот. Я просто хочу проверить, есть ли у него могилоед. Потому что этого откинем, этого мы уничтожим. Если, конечно, он не поставит сейчас защиту. Так, защиту он не поставил. Тем лучше для нас.
Этого выкидываем. Блин. Слушай, ну у него уже защита сработает. А-тя-тя-тя-тя. Ладно, проверим. У него срабатывает сейчас защита. Я не знаю, что там у него будет. Он может этого подбить. Я просто не помню, что у Цитрона там. А, у него неуязвимость. У него неуязвимость. Давай я сделаю вот так вот. И... вот так, к примеру. Просто хочу посмотреть. Тратит бомбу, окей. Даже так. Пять хп у него остается всего лишь, друзья. Вопросик интересный. Если я сделаю, например, так и вот так, как он поставит и расставит все? Заплатка у тебя. У тебя, гад, оказывается, заплатка есть, да? Довольно неплохая карта выпала, но... Так, посмотрим. Он неуязвимость может влепить, да? Щиты-то, наверное, есть у него, я так понимаю. Упс. Все, ему крышка, ребят. А, какая крышка-то? Ё-просто, у него уже заплатка стоит. Че я несу-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Фига я тут все обрадовался. Крышка, говорю. Не крышка, ребята. Далеко не крышка. Угу, угу. Так, сейчас ему в лицо прилетит, да? Защита, естественно, сработает, не забывай об этом. А, это тебе не поможет, парень. Это тебе никак не поможет. На, получи. Шикарно. Очень даже шикарно. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте, как говорится, замечательно, я буду закругляться. Ежедневки все выполнили. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!